Нам было бы любопытно, я думаю, посмотреть и гимнасток из Филиппин, и из Боливии, Мексики, из Ливана. Это удивительно, и мы будем ждать выступления Мишель Халет. Да, действительно, чемпионат мира среди юниоров впервые в истории художественной гимнастики представил нам такую возможность понаблюдать за соревнованиями юных гимнасток из разных уголков планеты. Наши гимнастки принимали участие многократно в чемпионатах Европы среди юниорок, дважды участвовали в Олимпийских играх среди юниорок, вернее, не дважды, а больше. Вот. Но никогда, конечно, нам не предоставлялась возможность участвовать, например, на азиатских соревнованиях такого ранга. И вот теперь мы видим, что эти гимнастки присутствуют на наших соревнованиях, достойно выступают, представляя свои национальные федерации. Вот, пожалуйста, еще один ритм рок-н-ролльный. Джессика Тьям из Филиппин. Джессика Тьям. На пресс-конференции, приглашается Джулия Шмидт, Австрия. Please welcome Julia.